Уважаемый отец, я отправляюсь на задание. Оно должно быть выполнено. Возможно, это судьба. Думаю, мне на роду написано возвеличить нашу семью. И если меня ожидает смерть, я приму ее с радостью. Я по совести указу записался камикадзе, с полной бомбовой загрузкой лечу. Пока кто плевал от цели, ну а цель она в прицеле, и я взять ее сегодня хочу. Рвутся нервы на пределе, погибать с такса идею, и вхожу я в свой последний мираж. А те, которые на цели, глядя ввысь, оцепенели, знаю, чем грозит им мой пилотаж. Парашют оставлен дома, на траве аэродрома. Даже если захочу, не свернусь. Облака перевернулись, и на лбу все жилы вздулись, и сдавила перегрузка не грудь. От снаряда в небе тесно, я пикирую отвесно, исключительно красиво иду. 3 секунды жить осталось, и не важно, что так мало, зацветут еще мои деревья в саду. Не добраться им до порта, вот и все, касаюсь борта, и в расширенных зрачках отражен. Весь мой долгий путь до цели, той, которой я в прицеле, мне взрываться за других есть резон. Есть резон.